Вечный двигатель. А? Вечный двигатель можно что? Электричество можно вырабатывать. Но. Что это такое? Смотреть будем. О, как раз вам. Дело не в том, кто у нас Арзин был, у вас на Дарышвили, или Шеварнаде, или Гамсахурде. Главное, здесь бабки были. Когда ламинады сняли, когда доля из Абхазии Тбилиси перестала идти, вот тогда бабки нужны были, люди сюда пришли, чтобы бабки заработать. Все твои богатства, золото, деньги, что имел, сейчас в Тбилиси находится. И мое тоже там находится. А кто потом строит это все будет? Мы с тобой опять будем. И знаешь, что будет? Что будет? И тебя, и меня потом, кто начал войну, возьмут посадить за то, что мы друг друга стреляли. Вот поэтому я и говорю, давайте думать. У нас дети есть. Наши дети свободными должны быть. И твои дети, и мои дети. Нам земля. Я с вами согласен. На это я лично. Я согласен. Я не могу. А то, что мы с тобой сейчас стоим, сегодня убили друг друга, завтра миримся, это ничего не даст. Народ, что делаешь, народ? У тебя дома семья, кормить надо. У меня что, дома пахать нужно, сеять нужно. А мы вместо этого друг друга стреляем. Вот давай подумаем об этом. Правильно. И тоже идет к этому. Хватит этого, хватит. Потому что кто это начал, все разбежались. Вот если вы начнете это делать у себя, мы спокойно подождем, потом вместе сядем и поговорим. Это должно быть у меня. Уже хватит этого, должно быть перемены хорошие, и если опять не хорошие. Ты же отлично знаешь, что войну кто начал, ты тоже знаешь. Сам честно скажи.
танки для того, чтобы охранять железную дорогу. Это что там, Шеварнадзе лапшу на уши вешал? Ни ты не поверил, ни я не поверил. Ты когда автомат в руки взял? 20 лет тому назад, когда спустил. Видишь, когда получилось? Вы боитесь одного. Вас пугают. Вот абхазцы туда придут, всех грузин выгонят, всех мигрейцев выгонят и сами туда заселятся. Сами говорите, нас 100 тысяч, в Сухуми 150 тысяч домов. Что, один абхазец в 5 домах жить будет, что ли? А? Сами подумайте, зачем нам? Нам земля нужна всего 2 на 2 метра, всем нам. Но наши-то дети должны быть спокойно жить. Давай вот так. Это вот вы правильно говорите. Я тоже к этому согласен. У меня она жена пусть будет. Тебе не нужен тот, кто сегодня тобой командует там из Тбилиси. Он там не нужен. Мы говорим, давайте жить спокойно. То, что мы с тобой заработаем, чтобы нашим детям осталось. А не там, чтобы все туда шло. А потом уже, потом у меня разницы нету, там будет Абзин, Бородерешвили, кто у власти будет. Мы с тобой вместе мирно жить будем, вот самое главное. Понял ты меня, мою мысль? Если богатые будем в Подмосковье, не качи купили, куда тоже приедем? Вот так и скажи свои. Вот видишь, вот эти все пацаны, кто сидят, девочки, сестры наши вместе. Ты думаешь им что? Вот пацан 19 лет, ему сейчас нужно с твоим младшим братом вместе сидеть, кофе пить там, за девочками бегать, а он автомат держит против тебя. И точно так же твой брат делает такое. А кто это виноват? Тебе 43 года. Тебе 43 года, мне 36 лет. Если мы с тобой думать не будем, пацаны не будут об этом думать. Люди, дети играют, сейчас от вас грузин. Это моя земля. Нахер она ему нужна, эта земля. Ты не нужен, я не нужен. Ему вот здесь нужен. Багдад устроит, деньги зарабатывает. Вот стоит ровесник моего отца, видишь? Ему нужно оружие держать. Может, он своего сына потерял. За что потерял? Может, его сына я убил. Может быть, моего брата он убил. А виноват ни он, ни я. Давай подумаем, 5 часов потом переговоры. Вы сами подумайте. Сами подумайте. Давайте мост сделай. Еще возможно. Жить дружно, если будем, когда вы очистите сами, нас мы туда не... Вот так, ребята. С оружием я туда не хочу зайти. Вот еще. Давайте, ребята, не будем. Мы с себя возьмемся. Мы сами не возьмемся. Стоп. Нам тоже надо. Мы для кое-кого убирать. Да, да, вот так. Хорошо. У нас все думают так, не так. А у вас на все подписи, так и не услышим. Обязательно. Конечно. Как вместе здесь находимся, да. Сзади, которые тоже не уболтаем, слушай, глупости будет делать. Пока не поздно, ребята, думайте, думайте, решайте. Думайте, вы тоже подумайте, нам тоже надо. Да, давай, а потом 5 часов, а потом поговорим еще. Меня ноги нахуй уже с вами воевать, я с вами избил, и так. Вот правильно, давайте вместе подумаем, поговорим потом. О, а то простудишься, слушай. Кто может плавать, кто может? Да. Плавать не умею, кто бы переплыл. Плавать я умею, вообще прекрасно. Ты не стреляешь. Комендант, на какой раз ты приходишь? Мы за последний раз. Наша голова, наше правительство договорились. Давайте!
Спрашивает, Логову Юру, мол, знаете, понял. Пять часов в город заходит, я так поняла. Через мост. Короче, готовьте хачапури, мы придем в гости. Да, мы с вином придем. Стол хороший приготовить.